Яблоки, курица, свинина, омлет. Ложим яблоки на курицу со свининой и заливаем омлетом. Предварительно, конечно же, курица и свинина были уже на 2-3 минуты поставлены в микроволновку на 650. А теперь уже сверху, значит, ложим яблоки, сливаем омлетом и снова ставим на пару минут в микроволновку. И да, забыл сказать про зелень. Еще немножко укропчика мороженого свежего и петрушечки. Аккуратно ставим микроволновку, чтобы ничего не разлить. Закрываем. Ставим СВЧ примерно 600 ватт. Ну, я думаю, чтобы не кушать сырое, ставим 3.30. Кстати, все быстро готовится. Ну, на самом деле, конечно же, не 3 минуты прошло, а гораздо больше, 10. Я немножко ошибся, все-таки масса. Ох, аж камера запотела. Сейчас достанем, посмотрим. Ну, вот так он уже выглядит. Довольно-таки аппетитно и очень диетически. Один белок и минимум углеводов.